Всем привет, и 16 апреля 2019 года вышла новая прошивка для Fuji X-T3 версии 3.0. В частности, улучшает алгоритм работы автофокуса, это отслеживание по лицу и по глазам. В принципе, автофокус был и так хорош, но большинство людей, включая меня, ожидали получить 240 кадров в секунду в видеорежиме. Что ж, придется ждать следующую прошивку. Итак, приступим к обновлению прошивки. И, кстати, эта инструкция будет действовать не только на камеру Fuji X-T3, но и на другие камеры Fuji. Для начала нам необходимо узнать версию вашей камеры. Для этого нужно зажать кнопочку Disk Back и включить камеру. После мы заходим на официальный сайт Fuji, ссылка, конечно же, будет в описании. Здесь вы, кстати, можете скачать файлик, где будет написано, какие изменения внесла, в общем-то, прошивка еще и на русском языке. Для скачивания прошивки вам необходимо промотать страницу в самый конец и перейти по двум ссылкам, после чего скачаете файл. Достаем карту памяти с камеры, также после определения ее компьютером необходимо ее отформатировать. Если у вас остались на карте какие-либо фото или видео, скопируйте их на компьютер. После форматирования перетаскиваем файл на карту памяти. Вставляем снова в камеру и проделываем ту же процедуру, что и в самом начале. Зажимаем Disk Back и включаем камеру. Камера определила, что на карте памяти есть новая прошивка, после чего мы, конечно же, нажимаем «Да» и выбираем камеру, потому что есть еще и прошивки на объектив. Также не забудьте перед прошивкой поставить заряженный аккумулятор хотя бы на 50%. После завершения делаем перезагрузку камеры, а также я советую отформатировать карту памяти. На этом все. Надеюсь, мое видео было вам полезным, и, как видите, это очень просто. Разобралась бы, наверное, и обезьяна. Это не то, что когда-то я перепрошивал Motorola Moto X 4 часа, вот там действительно было жуть просто. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Евгений, всем пока.